Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я Миронова Татьяна Евгеньевна, педагог Дворца детского и юношеского творчества Выборгского района. Представляю вашему вниманию дополнительную общеобразовательную, общеразвивающую программу «Клуб экологов Хамелеон». Программа разработана в 2017 году. Работая над ней, я учитывала свой опыт работы по другим программам естественно-научной направленности. Я обратила внимание на то, что дети, которые приходят в наши коллективы, активно интересуются животными, многое не знают, хотят с ними общаться, но могут совсем ничего не знать о самых распространенных растениях, о законах экологии и современных экологических проблемах. Составляя программу клуба «Хамелеон», я постаралась восполнить нехватку этих знаний, а также направить усилия на расширение интересов учащихся, ориентации на исследования живой природы. Почему «Хамелеон»? Это название выбрано не случайно. Мы придумывали его вместе с ребятами. Для нас хамелеон – это уникальное животное. Он обладает выдающимися способностями. И для меня, как для педагога, также важно видеть в каждом ребенке его уникальность, помочь проявить ему свои способности. Занятия по программе помогают детям увидеть многообразие животного и растительного мира, познакомиться с представителями местной флоры и фауны, понять причины изменений, происходящих в природе, и осознать, как влияет деятельность человека на окружающую среду. Этому способствуют не только занятия в дворце, но и посещение выставок животных в зоопарках, музеев, экскурсии по заповедным уголкам природы Ленинградской области, походы выходного дня. Программа предполагает погружение учащихся в круг актуальных экологических проблем и вопросов, повышение экологической грамотности учащихся, приобретение опыта экологической деятельности, исследовательской и социальной. На занятиях обучающиеся приобретают опыт проведения наблюдения за животными в зооуголке и в природе, умение вести дневник наблюдений, навыки работы с различными источниками информации, исследовательским оборудованием. Совместная деятельность при выполнении творческих заданий способствует развитию коммуникативных способностей детей. Проведение различных досуговых мероприятий в клубе помогает сплотить коллектив. В нашем коллективе есть первые достижения. В 2018 году учащиеся представили свои исследовательские проекты на конференции ученического научного общества «Научный дебют» и были отмечены дипломами победителей.